Я приветствую вас в Академии Целителей. Меня зовут Константин Перо. И сейчас мы изучим вместе с вами оздоровительный комплекс шестом. Это самые простые оздоровительные упражнения для всего тела, которые вы можете выполнить прямо сейчас вместе со мной. Вам потребуется простая обыкновенная палочка. Желательно, чтобы она была легкая, и тогда вам удобно будет выполнять все упражнения. И первое упражнение, которое мы сделаем, на лучезапястный сустав. Выпрямите свою руку. Таким образом, прямо, и начните вращать до натяжения в руке в лучезапястном суставе. То есть мы не доходим до точки максимального дискомфорта. В этом нет необходимости. Почувствовали максимальное натяжение и идете в другую сторону. Таким образом, 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Отлично. И теперь берем палочку в другую руку. Точно так же выставляем вперед и работаем с запястьем другой руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В этом упражнении мы скручиваем сухожилия всей руки и нормализуем кровообращение левой и правой руки. Теперь встаньте прямо, ноги на ширине плеч, коленочки чуть-чуть согнем, макушка вытягивается вверх, палочку медленно поднимаем над головой. Вытягиваем корпус. Представьте, что палка тянется вверх к небу, и вы держитесь за нее, таким образом растягивая свой позвоночник. Стоим в таком положении натяжения спины. И медленно начинаем наклоняться на счет 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Наклонились в бок, растянули боковую часть тела. Наши ребра дышат, а мы стоим в зафиксированном положении.
медленно возвращаемся в прямое положение. Хорошо. И то же самое делаем в другую сторону. Медленно наклоняемся на счет 10. Растянули тело, боковую часть, и стоим в зафиксированном положении. Хорошо, возвращаемся в исходное положение и теперь скручиваемся вперед. Сначала сгибаем запястья, теперь шейные позвонки, голова наклоняется вперед, грудной отдел. Делаем все очень плавно, постепенно. Скручиваемся вперед, словно улитка. Хорошо, и теперь в другую сторону. Раскручиваемся обратно. Вытягиваем палочку вверх. И слегка наклоняемся назад. Растягиваем спину, но делаем это в комфортном ощущении. Без болезненных ощущений. Насколько вам комфортно, прогибаемся назад. Хорошо, медленно палочку опускаем вниз. И последнее упражнение в этом комплексе мы будем делать вместе с дыханием. Мы берем палку и постепенно ее поворачиваем к корпусу, забрасываем за наше плечо и второй рукой ловим ее. Прямо под плечом, под мышкой. Выравниваем палочку вперед, забрасываем назад, закидываем ее за плечо и второй рукой ловим у себя под мышкой. Мы делаем вдох, делаем выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо, таких 12 движений с дыханием. Это очень простые упражнения, которые вы можете использовать каждый день, каждое утро для укрепления своего тела, для укрепления своих рук, лучезапястных суставов и для укрепления всей вашей дыхательной системы. Я благодарю вас за то, что вы занимаетесь вместе с нами в Академии Целителей. С вами был Константин Перо. До скорых встреч!